тебя зовут? Багдурик. Привет. Начнется. А вот и неправда. Футбол только через полчаса начнется. Пока можем рекламу посмотреть. Здесь ты права. Рекламу смотреть гораздо интереснее, чем футбол. Девочки, у меня приятная новость. Футбол уже начался. Не угадала. Блять. Я взял отпуск. А для нас эта новость чем приятна? Такая неожиданная поездка. Надо немедленно начать собираться. Да уж. Если ты заберешь все свои необходимые вещи, поезд не тронется с места. Я хотя бы не буду выглядеть, как черное пятно. Так, с чего бы начать? Может, вы попиздитесь просто. 100 гигов весит. А похуй, я поставлю скачиваться, короче. 100 гигов весит. Блять, как я включился. Я похуй поставлю. Пиздец, не надо себя слушать. А что если я создам тян? Снаряжение, без снаряжения. Симпатичная. Аргнянин. Орк. Смотрите, какая няшная арчиха. Хочу посмотреть рандомную внешность нардихи. Нихуя себе. Блин, шрамы какие-то. Да лол. Чуваки. Блять, даже в Mountain Blade, если честно, лучше персонажи получаются. Зена, королева воинов. Размер груди. Угу. Следующий ревард через час. Дружок булыжник. Это питомец? Тут можно купить питомца, пета, камня. Прикол. Став какой-то. Пиздец, тут можно просто ходить и воровать все по всему миру. А мир, наверное, большой достаточно. Пиздец, можно ходить повсюду воровать. Представляете? Это же просто мечта. Вот ты ходил, воровал все в Скайриме и думал, нахуя я это делаю? Прикольно, конечно, но нахуя? Вся эта еда, которая потрясающе выглядит, после этого ты хочешь есть. А здесь ты воруешь, и ты, возможно, у кого-то воруешь. Это же рай воровства, Талоша. Воровать можно, но всегда только хлам бесполезный. Так надо своровать все, что знаешь. Все, что видишь. Мех для воды. Лол? Что-то было сейчас. Не понял, как-то она сделала. Ну, смотрите, выглядит красиво. Ёбну теле. Ага. Нет, не набухивай. А, нет, немножко шатает. Смотрите, немножко шатает персонажа. Да, у меня еще посох появился. Ice Staff. Опа. Он волшебный. Он магический. Пиздец. Все, теперь я не просто хуй простой какой-то. Теперь у меня, блядь, и бабки появились. Плюс бабки. Он подумает, что ты тян. Ну, найс, может притворяться тян, кстати. Мне нравится анимация открывания дверей здесь. Она хотя бы есть. Она хотя бы есть. Питомцы. Да, хуета. Да. Не боевые питомцы. Финдрот. Просто жук, блядь. Личинка какая-то тоже мерзкая. Божественная загадка. Так, да. Че за челик? Блять, тут можно бегать по всему миру. Я карту хочу открыть. Ебать. Стоп, это чисто... это чисто Моровинд. А как мне перекатиться, например, из Моровинда куда-нибудь еще? Правый клик. Ёбаный в ротик. Я вот здесь нахожусь. Смотрите, медведь просто. С медвежатами. Ебать. Чекайте. Он с медвежатами бегает. Он типа хантер или что?
Посмотри, как он вывалился. Чувак, ты в курсе, что тебе худеть надо? Кстати, играли еще лет 100 назад, когда тоже бета была. В принципе, прикольная тема, более-менее. Там какой-то мой графон слишком мультяшный был. Хотя я не знаю, почему мне не кажется графон в Вове мультяшным. В Вове он кажется каким-то сказочным, а не мультяшным. А вот в большинстве игр мультяшным наоборот. Короче, хуйню какую-то сказал опять. Но может кто-то поймет меня. Нихуя себе. Диковинка какая-то. Сам Вивек. Даже я знаю, что это важный какой-то чел. Бля. Ладно, все. Сейчас разберемся супер хорошо с игрой. Ну все, нахуй. Пошли, блять. Все, считай, разобрался. Все, бежим. F6. Правда, патронов ебал, ну ладно. Зато эти ребята умерли. Я доволен. Что здесь? Просто интересно. Ярд-менеджер, второй этаж. Закрыто. Чё, блядь? Пиздец, да ну нахуй! F6. Нет. Бам! 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 Бам, блядь. Найс. This is as far as I go. Блять. Да пиздец, нахуй. Как же криво стреляет здесь оружие. Какой прицел неприятный, даже не видно, блять, в некоторых местах. И такие враги прям жирные, жирные. Боже мой, нахуй, жопа горит немножко от этого. Че думаешь, мистер? Ты нажмешься, блядина, ебаная, или нет сегодня, блять? F6. Здорово! Крашится! Это шлюха, блять! Она крашится, тупая мразь! Сука, блять, кабин, ебаный, блять. Золотой, ёбаный, мразь, блять. Мразь. Пошёл нахуй. Иди нахуй отсюда, блять. Сейчас покажу игру. Нормально вообще? Мне нужно периодическую таблицу Менделеева наизусть знать. На английском языке, нахуй. Секретный агент Барби. Нет, нашел прелесть. В интернете. Купил диск. Главное меню. Меню загрузки. Овы опции. Овы опции. Здесь вы можете изменить громкость звука в игре. Отличные стулья. У нее ноги прозрачные. Привет, Барби. Ты отлично справилась с последним заданием. Спасибо, Бекки. Но я бы не справилась без всех вас. Мы отличная команда. Слушай, Барби, у тебя в самом деле классно получается. В режиме маскировки у Барби есть особое движение. Она может кувыркаться. Этот ход позволяет Барби пересекать открытые места, не будучи обнаруженной охраной. Давайте попробуем кувырок. Нажмите пробел. Ha
Это музыка из Metal Gear. Я искал ту самую песню. Все, я нашел, кажется. Сука. Если вы хотите, чтобы Барби остановилась, отпустите стрелку. Ваша очередь провести Барби по комнате. Я что, уже выбирал это, блядь? Нахуй она заново все говорит? Вы отлично справились. Далее мы узнаем, как разговаривать с людьми. Подведите Барби к охраннику. Когда вы будете стоять перед людьми, они будут говорить с вами. Убедитесь, что они стоят лицом к вам. Если человек вас не увидит, он не узнает, что вы тут. О, привет, Барби. Для приспособления используйте мышь и щелкните по значку «щенка» в левом нижнем углу экрана. Теперь попробуйте ввести щенка в блестящее облако. Вы увидите, что щенок может заходить в места, куда Барби пройти не может. Хорошо, теперь вы можете использовать щенка. Клавишами стрелок перемещайте щенка по комнате. Попробуйте. Связи. Барби слушает. Эй, ребята, это Тереза. Привет, Тереза. А я начну с описания дела. Сначала нам понадобится карта Брайант-парка. Привет, Тереза. Как у вас там на показе мод? Готова поспорить, ваши модели вызвали целую бурю. Я хотела бы поговорить с тобой. Я уже сказала, я сейчас не могу говорить. Тут слишком много людей. Не могу говорить сейчас. Попозже созвонимся. Конечно, это как-то связано с твоим показом мод? Мистер Джонсон, я Барби, подруга одной дизайнерши, Терезы. Я тут, чтобы помочь ей вернуть ее модели. Я могу задать вам несколько вопросов? Барби? Тереза столько о тебе рассказывала. Все эти события очень скандальны. Если об этой краже узнают, я пропал. Я никогда не смогу снова организовать показ мод. Ты серьезно не проходила Блу, более того, я ее ни разу не запускал. Я сказал тебе, не мешайся у нас под ногами. Блин, нихуя себе он высокий относительно меня, судя по всему. Да что-то я низковат. Хе-хе-хе, как в жизни. Да, знакомое чувство, блин. Ладно, похуй. Введите название вашего класса. Искатель приключений, блядь. Так. Состраивает выбор Пеппи Клаун, да, вполне. Я почти угадал. Ебать, ты что такое? Что это за мина, нахуй? Ага, понял. Понял. Ладно, не понял, блядь. Караульного помещения. А единственный способ попасть в караульное помещение — пройти через туннель в северном здании стражи. Да, он как будто по суфлеру читает. Всегда держали заперто. Ты жив? Хорошо, мы пробились сюда. Мы останемся здесь и будем держать оборону. Почему я говорю с его жопой? Иди в дальнюю часть замка и найди графа. Не возвращайся без него. Хорошо, жопа. Это РП, возможно. Не, если бы это было РП, то ко мне бы уже завалилась бы детективша с сельским чуваком и начали ебаться у меня на глазах. А так это не очень похоже на РП. Она следит за курсором. Почти угадал. Хорошие новости из Квача. Последний Дейдра. Бля, я только сейчас увидел. Это у него прическа такая. Бля, крутая притча, слушай. Как поживаешь? Я хочу...
Я хочу квест. Я Талиси Герит. Лиада, почему все настолько выше меня? Бля, мы разминулись. Что-то неладно? У тебя такое выражение лица, что я подозреваю худшее. А, тогда не смотри вперед, если честно. Она посмотрела! Это Алдос! Это Алдос! Что-то не так? О, нет! Они убили его? Я не могу в это поверить. Подозрел, он рядом с тобой лежит. Жена погибла от рук бандитов, он влачил жалкое существование. Да-да, так и есть. Ага, как скажете. В этом драке Дилан. Еще раз. Надо подождать. Давайте играть. Да пиздец. Ну это камера уебанская. Сделай просто. Что-нибудь. Нет проблем. Тихо. Да его отпиздили. Ой-ой-ой. Да чё это такое, блядь? Скип. Да я ставил уже. Статически. Победных каких-то эмоций, к сожалению. Пока еще. Давай сделаем. Хорошо, 3-3. Бей уже! Нет! Найс, блять, на нулевой! Последнюю миллисекунду, блядь. А чё, это Самара? Ебать, это Самара! Это Самара, это ладья, лол. Это Самара, я узнал сразу же. Сука. Ну, чуваки. Как? Почему она упала вообще? Ну чё? Я думаю, что это идеально. Ну то есть здесь всё понятно. Вот этот подпёрт. Этот подпёрт. Этот самый подпёрт. Его ты имеешь в виду? Тиграец. Этот подпёрт достигается очень просто. Это классическое электропианино. Но проблема в том, что я не знаю, чьи это волосы. Что за сучья свалка на столе? Что за? Сучья свалка на столе! Боже, то у меня сейчас фонарик на 3 деления из 4. Я нихера не вижу. Если не начать материться, то нихера не вижу просто. Легкое удивление. Да, я почему-то проигрываю. Хотя мне казалось, что я буду считать. Вы готовы? Вы для этого... Один крестьянин! Эй-эй-эй! Два... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... Примерно от 18 до 25. И у него примерно... Не, у него вообще, наверное, побольше. Местная школа. Вот это школа? Да. Вот это школа. Начальная школа, да. Начальная школа? Ясно, я понял, окей. Сань, объясняю, как настроить Дискорд. Ты говоришь немножко громко, чем ты обычно говоришь. И на край своей линии поставишь эту метку. Не вправо, блядь, долбоёб, а на край. Ты должен говорить постоянно громко. Вот говори и на край своего голоса поставь. На край своего голоса. Ты его влево, блядь, ставишь. Говори громко, блядь, нахуй, и дёргай. Громко говори.
My basket is flowing over. Like the fountains. Like the paths. Are you fishing in my fountain? What are you? Get out of my pot. What? No. There's not even, it's just koi. Jesus, you animal. Full whammy bar solo. Nothing else. No music, no melody, just... Мне понравились стримы Гитмана. Почему вы сразу жените всех, кто говорит... Сидя у него на хате-то, да? ...или кто-либо? Я вижу кусок лорика, кстати. Я летел, летел-то. Жених и невеста. Так тупо смотреть свои старые нарезки. Блин, капец! Сколько подбородков? 4. Было 2 всего. 4 мы посчитали. Делай микроручашища. Да? Получается? Это нельзя нырять? Как-то можно было нырять? Вот так. Вас напишет теперь, я такая маленькая! Блять! Ладно, у меня шизофрения снова проснулась. Okay, this is also a factor because the insurance cost for the... What the